В настоящее время впервые в нашей стране проходят совместные международные учения «Три брата» 2021 сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана. Внимание всего мира приковано к этому учению. Наряду с расширением военного сотрудничества и взаимных знаний, учение также является посланием всему миру. В сотрудничестве между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном нет ничего нового. В недавнем прошлом, да и после Карабахской войны, их общая воля проявилась еще сильнее. Сейчас мы наблюдаем ее стремительное развитие. Об этом «Взгляд АС» сообщил турецкий эксперт по терроризму и безопасности Абдулла Агар. Он отметил, что это сотрудничество даст высокие результаты. Все видели результаты и успехи стратегического сотрудничества между Турцией и Азербайджаном. И Пакистан тоже пожелал участвовать в этом сотрудничестве. Многие вопросы, такие как интеграция, совместимость и согласованность государств и силовых элементов, не так просты. С другой стороны, помимо трех государств, такое сотрудничество наблюдается и в турецкой географии в целом. Конечно, время покажет. Следует отметить, что есть силы и круги, которые не хотят этого сотрудничества. Это братство и сотрудничество может послужить поводом стать объектом манипуляций и провокаций со стороны иностранных сил. Мы должны бороться и с этим. Совместное выражение братской воли Турции, Азербайджана и Пакистана очень важно, значимо и ценно. Но важнее это реализовать и получить результат. Субтитры сделал DimaTorzok.